Одно из мероприятий – это субсидирование рабочих мест при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Так, при трудоустройстве граждан до 30 лет работодателю компенсируются 3 минимальных размера оплаты труда плюс страховые выплаты. Если предприятие оборонно-промышленного комплекса принимает к себе лицо вне зависимости от возраста из другой области, то он имеет возможность, предприятие имеет возможность получить компенсацию заработной платы в размере 12 МРОТов и плюс страховые выплаты. Я пришел, переговорил со службой занятости, переговорил с начальником автоколонны. Вот. Мне все объяснили, все рассказали, как происходит работа, что нужно делать, какие меры нужно принимать там в каких-то определенных случаях. Ну и выбрал профессию, стал работать.